Если нет солярки в танке, то ее украли янки. Если порвалось пальто, это сам ты знаешь кто. Поезд опоздал до санкций. Это все американцы. Кто бумажник тихо спер? Это западный партнер. Если воду отключили, если встречу отменили, если кончился табак, если что-нибудь не так, то, конечно, всем известно, несомненно, повсеместно, как воюют где солдаты, это янки виноваты. Если пьянствуют соседи, догадайся, кто в ответе. Коль бодаются козлы, то подстроили послы. Если водка траванула или лодка потонула, есть причина, знай на то. Строит козни Вашингтон! Если каша подгорела, если груша не доспела, если выпал из окна, если бросила жена, ты, конечно, догадался, кто в ответе оказался. Стойсторонние засланцы, вредные американцы. Если вдруг завис компьютер, если кинул дистрибьютер, если пусто в животе, если силы уж не те, чтобы узнать виновных просто, почитай наши блогпосты. В них написано умно. Западник всему виной. Если нету денег в банке, то, конечно, это янки. Если стырили авто, виноват сам знаешь кто. Дождь идет. И кто в ответе? Знают взрослые и дети. Как дать пить нам из стакана? Дяди из-за океана. Если кошка убежала, если нефть подорожала, если кружит воронье и не стирано белье. Всем известно, кто виновен. Бескультурен, бездуховен. Ни индусы, ни испанцы, а всегда американцы. Что же делать? Как же быть? Как их всех перехитрить? Но скорее Клинтон с Трампом станут сразу два гарантом, чем, допустим, мы хоть чуть, что виновны в чем-нибудь, дорогие, золотые, заводные, удалые, взглядами не узкие, россияне русские!